Приветствую всех, 2920-я сборка. Такой вот системный блок в белом корпусе. Корпус у нас Z-Gaming MS4. Форм-фактор микро-ATX, довольно-таки широкий корпус. Легко прокладываются провода. Такая вот симпатичная машинка. Сюда мы добавили три вентилятора на вдув с RGB-подсветкой. А в реале выглядит это вот так. То есть подсветка светит... Вот примерно вот с такой яркостью, только поярче выглядит корпус. На телефоне немножко вентилятор засвечивает. Очень симпатично получилось. Ну, собственно, особой разницы не видно. Сзади вентилятор и подсветка спереди. Просто сетка немножко сглаживает подсветку, расфокусирует сверху корпуса. Магнитный пыльник прикрывает посадочные места под вентиляторы 120 либо 140 мм, а это означает, что по габаритам любая система воздушного охлаждения процессора сюда поместится. Ну и также корпус поддерживает систему жидкостного охлаждения, водянку на два вентилятора 120 мм, без каких-либо проблем сюда поместится, если в будущем захотите поставить какой-нибудь Ryzen 9, который реально горячий, то можно будет заморочиться и поставить еще и водянку. Также водянку можно на переднюю панель поставить, потому что у нас впереди сетка. Причем вот если обратить внимание, здесь не видно, есть еще внутри пыльник съемный. Он прикрывает эти вентиляторы 120 мм. Находится этот пыльник прямо перед ними, тоже с магнитной основой. И уже пыль не проходит внутрь системника. Корпуса MS2, MS3, MS4 отличаются тем, что боковая панель — это у нас стеклянная дверца. Она закрывается ровненько, как дверца. Есть такие магнитики. И аккуратненько это все дело закрывается. Никаких зазоров нет, ну прям как хороший автомобиль. Сверху стекло прикрыто металлом, спереди пластиковой крышкой, соответственно, сколы стекла будут исключены. Ну и вот так вот легко эта крышка открывается. Стекло закаленное, не будет ни пачкаться, ни царапаться. Стекляшка у нас прозрачная, вот такой вот симпатичный системник получается построен. На базе процессора AMD Ryzen 5 3600, поколение Zen 2. А базовая частота 3600 МГц, турбобуст разгоняется до частоты 4200 МГц. А если сравнивать с интеловскими процессорами, то он находится между 10400 и 10600К процессом. Выигрывает, естественно, 10400F. Ну, скорее за счет более высокой базовой частоты, а по большому счету одно и то же. Начиная с поколения Zen 2, процессоры довольно-таки резко прибавили производительности. Кэш в 32 мегабайт третьего уровня делает свое дело. И на самом деле процессор очень шустрый. Плюс периодически обновляются драйвера. И за счет этого тоже лишние косяки убираются, плюс добавляется опять же производительность. Но процессоры не самые холодные, чтобы у нас системник не орал, требуется вот установка подобных кулеров. В данном случае на 4 тепловые трубки Deepcool Gamax 400 Blue Basic, 120 мм кулер, 4 трубки, рассчитан кулер на 150 Вт. Процессор будет потреблять порядка 80-90 Вт под нагрузкой. И процессоры Ryzen склонны к нагреву, из-за которого будет просто очень быстро вращаться вентилятор и гудеть. Поэтому большая башня — это необходимость. Blue Basic даже на максимальных оборотах не ахти какие шумные, поэтому в целом компьютер будет тихий. Ну а кулер охладит спокойно наш процессор. Материнская плата на B450 чипсете. Чипсет нас не ограничивает, в отличие от интеловских бюджетных чипсетов, ни по разгону памяти, ни по разгону процессора. 8-пиновая колодка до питания. Довольно-таки массивный радиатор на ключах. Плата у нас называется MCB450M Pro VDH.
Max спокойно поддержит уже и пятое поколение Ryzen'ов, то есть в теории можно будет проапгрейдить. 4 слота под память, есть разъем Ultra M2 под NVMe либо SATA SSD накопителя. Ну а родная частота работы памяти у Zen 2 и выше это 3200 МГц. Именно такая память у нас стоит. Две планки в двух канале, 2 по 8, Hunix на частоту 3200. Никаких тут танцев с бубном нет. Не надо ничего тут разгонять. Память по умолчанию 3200. Поэтому максимум, что стоит иногда сделать, это зайти в BIOS и выставить эту частоту. Никакие тайминги подбирать не нужно. SSD накопитель у нас один на 256 гигабайт фирмы Foxline. У этих Foxline есть самое хорошее. Это параметр TBV в 260 терабайт, что очень много для подобного объема SSD накопителей. Ну и видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 на 4 гигабайта GDDR6. Вот при выборе GTX 1650 самое главное это выбрать видюху на GDDR6 памяти. В данном случае у нас есть и док питания 6 пин, соответственно разгрузится у нас PCI-Express порт. И вот эта вот 24-пиновая колодка, у которой теперь не будет шансов подгореть. Случается вариант, когда видюха питается только от PCI-Express шины. До 60 ватт он может через шину пропустить. Но вот иногда при плохом контакте может колодка подгореть. Два вентилятора. Реализован здесь фан-стоп. Вентиляторы стоят. До 60 градусов они не будут вращаться. Вот такая тихая машинка получается. Казалось бы, три вентилятора на вдув, один на выдув. Но нет, все тихо. Ну, такая очень-очень симпатичная. Блок питания здесь очень породистый. CAUGAR 550 Ватт серия STX. У этой серии применен сертификат 80+. Соответственно, любую, абсолютно любую видеокарту можно поставить. Совсем недавно мы на подобный блок ставили 6900 XT в майнинг. Там одна видюшка была. Это топовая видюха от Radeon, и спокойно он тянет. Кстати говоря, та 6900 XT по ваттметру с тушкой потребляла всего 180 ватт. Но это говорит о том, что какая бы видюха мощной ни была, все равно она в пределах определенных цифр доработает. Максимум 250 ватт, наверное, допотребляет, не больше. По-хорошему сюда нужно еще добавить жесткий. Терабайтник стоит от 2800 рублей. Если надо, можно поставить. Либо можно принести свой, зачастую со старых компьютеров, кроме жесткого ничего. И поставить нельзя. Ну и получилась у нас такая машинка. По деньгам. 61 700 рублей системник стоит. Ну и в пределах 60 с копейками, собственно, есть два варианта. Первый вариант это Ryzen 5 3600, второй это 10400F. Кому что больше нравится, у каждого есть свои какие-то преимущества. Ну, у Ryzen будет преимущество, что он явно будет побыстрее. Ну, белые коробки сейчас очень популярны. Это одни из самых-самых красивых белых системных блоков. Здесь еще и хорошо все с вентиляцией, потому что все-таки если спереди глухая крышка, то с вентиляцией беда. А в данном случае воздух беспрепятственно поступает. Еще и активное охлаждение здесь есть.